которыми они пользуются, так испоганить игру до ужаса просто. И вы думаете, это только арты касается? Нет, ребят. Вы же сами прекрасно чувствуете и знаете, что то вы попадаете, пробиваете, то вы перестаете попадать на танках. Да и все. Все прекрасно вы знаете это и сами это все чувствуете и видите. Тут какие вопросы? Стоять. Бабах, куда ты? Бабахин, ты куда? Она уже здесь. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это называется, ребята. Этот не знает себе дорогу. Куда? Куда заехать, он не знает. В Маушина вообще стрелять, наверное, не положено, да? 260 с повышенного. Да, честно. На здоровье. Честно, ребятки. Да? Бамс. Честно, ребят, камень убьем. Мы в Мауса попасть не можем. Это игра честная такая. Точность, вот это все дела, понимаете? В Мауса, боже мой. Ну куда проще? В Мауса попасть. Ну что проще может быть, а? Как можно в Мауса не попадать? Ты всего 384 это дал этот холодильник. И мы даем 366, ребят. С повышенного. Холодильник оглушением дает 380. Я с повышенного даю 360. Честная игра, ребят. Всем играть, конечно же. Да, 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 да. Честнейшая игра. Честнейшая игра просто. КВ-2 был имба. Он и сейчас имба долго. КВ-2 и сейчас имба. Опа-на. Кто это здесь? Ваншот! Просто 1150. Иди сюда. Нормально. Это компенсация за 200 урона в Маушина, да? Я так понимаю. Ну, если так, то ладно еще. Елка вообще неубиваемая какая-то, да? Хе-хе, не пробили елку только что. Триста семьдесят. Ой, там еще стандартик, смотрите, у нас бегает чуть ли не по базе уже. Хм. Бывает. Нам бы еще бабаху бы под этот... Под рентгенить, так сказать. Она где-то штук. Да, бабахин. Деревьев навалило. Стоит. Жулик. Как бы нам тебя подсветить бы, а? Да никак, да? А чё так ты сразу резко записала? 32-ка. А как это работает?
Дробь вообще там шотная, что-то. Вот она. Откатывайся назад. Не попал. Снаряд не полетел, точно. Обидно. Виталий Евгеев, ку-ку, привет. Снаряд точно не полетел. Так бы вроде бы должно было быть что-то, но не должно. Ту добили. Здесь гриль еще пасется постоянно. Вот здесь. Ты оставил его на гусенице, нет? Нет. Ребят, ну, ой, честное слово, все будет хорошо. Компенсируем немножко за нервы. За челлендж ваншот будет отдельно. Спасибо. За челлендж отдельно будет. Это приятно. Блин, ну у меня просто... Ой-ой-ой. А что, скорпу так можно? 1000 хпшек. Твою мать, к нам едет. Ну а пробивать что? Надо как-то пробивать скорпа. Ну что, готовимся, ребятки. Он едет к нам однозначно. Хорош! Еще фоточка. Блин, калибра, ты смотришь, чини? Ой, ё-моё, вот это выдал. Ух, просто. Вот это так выдал. Наши там сейчас сдохнут, я вам говорю. Мы еще ливаем катку. Мы катку ливаем. Если что. Ну, вы понимаете, что это происходит. И нет прострела, видите, у этого. Да нету тут прострела. Блин. Ну сейчас или 32-ку надо как-то. Где она просто? Ну, видите, Айрон на голде ездит, всех убивает. Это плохо. Ладно, пока живет ЛТшка, еще можно что-то попробовать. А, там еще и гриль поехал, блин, твою мать. Но это плохо на самом деле. ЛТХ, я тебе помогу, заяц. Ты не бросай меня, пожалуйста. Я тебе... Я тебе однозначно помогу. Ты просто не бросай. И желательно бы Айрона Ар не убить. А там мы еще сможем что-то сделать, я надеюсь. Стерва, не чуди, я тебя умоляю, а. Просто не чуди, а. Ну как он тебя просто пробивает, а? Пробей хоть раз ты его, а. Да ну хоть раз же пробей, стерва, фуловая. Ну что ты творишь? Привет, Тео. Ну так это и есть сложно, калибра. Есть! Еще пробитие! Еще пробитие! Благодарю. Так ты меня не бросай, друже. Стерва, убей, пожалуйста, не убил. Назад, назад уходи, назад, 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 назад. Он к тебе развернулся. Просто если сейчас еще бабаха приедет, ну это будет же. А она может и приехать ко мне, в принципе.
Вот бы его как-то этим фугасом обычным, что ли. Хорошо. Только, только у, не этот, у, уедь. Блин, я не успел. Слушайте, вот начинается вот это рукодрожание, понимаете? Бабаха. Бабаха здесь. И поджалась, понимаете? Нужно кого-то сейчас этот... Почему я... Твою мать! Какой я балбес, а! Вот, вот нужно кого сейчас. Пожалуйста, попади. Да! Ребятки, я смогу? Или нет? Как думаете? А смогу или нет, ребят? Пересветить и убить. Смогу или нет, как думаете? Я лоханулся, короче. Я лоханулся просто, ребят. Я просто лоханулся сейчас. И этим самым катку залил. Скорее всего. Ну, расчет только на то, что он сейчас на меня поедет. Вот здесь поедет. Да! Да, да, да! Что я вытворил просто? Что? У-ху-ху-ху! Какой бой! Какой бой! Фу! Вот это пушка просто! 4600! Мастер! На повышенных! Твою мать! Как же это красиво было! Твою мать, такой бой! Фу-ху-ху. Жесть! О, я надеюсь, это похвалы пошли. Бро, just stop, ха-ха, пишут. А кто написал? Андернор какой-то, не знаю. Стоп плейн Арти говорит. Ой, что вытворил просто. Боже, вот этот был шот самый важный. Вот этот был шот самый важный, когда Iron Army я добил, потому что человек сделал 5000 урона. И был, видели сами какой, да? Боже, а кто ж писал мне? Не этот пацан. А, кстати, бабаха это тоже была скилловая, 58, смотрите. Обалдеть. Это мы и гриля пробили, мы всех пробили здесь. Боже. Кто ж писал, я так и не понял. Какой-то андер, шмандер, ну и ладно. Компенсация вовремя доставлена просто. Обязательно, конечно, этот бой выложу, ничего себе. 4 пробития сделали, ребят. 4 пробития в бою. Наконец-то ты меня порадовала, моя любимая арта.